Всем привет, ребята! Итак, настало время X для любого уважающего себя Сонибоя. Сегодня 9 ноября, самый именно повод распечатать God of War, Ragnarok, Launch Edition, издание первого дня. Конечно, я мог его получить раньше при большом желании, но, блин, оно того не стоило. Коллекционку, ну, кто видел, знает, ну, типа... И кто со мной общался, тоже в курсе, что ну, она не стоит, для меня лично она не стоит тех денег. Коробка красивая, начинка просто ну, дресня. Может, появится какая-то возможность купить стилбук отдельно или какую-то левую фигурку. Ну, по лицензии, конечно. Вот я ее приобрету. Но, блин, молоток, спасибо. Мне и так уже два небольших молоточка от марвеловских Торов. Поэтому, ну, блин. Нафиг мне еще один молоток, он и так места на полках нет. Ну, в общем, вот, у меня такое издание, как видите, с украинской полиграфией, двухдисковое, с русской озвучкой, а не так, как многие любители халявы приобрели сейчас в Турции. Лучше приобретать с Украины, если вы в цифре покупаете и не можете себе позволить диск. Хотя, ну, мне кажется, все... Ну, блин. Кто хотел, достал. В общем, открываем издание, и я начинаю его устанавливать. А вот это вот все, чтобы вы понимали, что я эту серию уважаю, и пропускать ничего не планирую. Возможно, вот сейчас пофоткаю и выложу в инсту в честь этого дела. Да. Ну, приступаем к распаковке. Долго тянуть не будем. Посмотрим, что же здесь внутри. Я не знаю, есть ли тут язычок, чтобы зацепиться. Как обычно, нет. Вообще, в принципе, я сейчас не особо вообще, типа, важно эти моменты. Мне хочется уже поскорее поставить игру на установку, если честно. Я попробую так, чтобы она досталась. Это вообще в идеале. Мне нравится, когда у меня это удается, но я думаю, что, опять же, это не тот случай. О, мне удалось это сделать. В общем, вот как выглядит издание. У нас здесь... Давайте выложим. Достанем диски. Сейчас вам покажу арты. Здесь вот такой двухсторонний арт. Вот. Кстати, очень красивый арт. Скорее всего, потом будет издание без этого арта, как было с Last of Us. Диски. Ой, простите. Диски выглядят вот так. Ничего интересного. И два листочка. Листочек с информацией и листочек с еще одной какой-то информацией и кодом на броник тунику. Короче, косметик. Вот такое вот ланч-издание. Я еще раз повторюсь, я очень расстроен, что нету никакого Special Edition, как был в Last of Us, как был в Horizon, со стилбуком и артбуком. Реально, ну... И был с God of War прошлым, между прочим, тоже. Почему нету сейчас, ну, я не знаю. Ну, типа, ради стилбука платить, сколько там, $250, по-моему, за издание, в котором вроде даже и диска нет, а только код. Такое себе. В общем, вот мою коллекцию теперь. Прибавление. Как его поставить-то? Вот. И... Погнали играть. Я уже не жду, не дождусь. Почему это не в пятницу? Зачем делать это в среду? В общем, вот. Всем приятного вечера.